Здравствуйте! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко, и мы приготовим шоколадные венские вафли. Для приготовления нам потребуется 2 отборных яйца, 130 грамм сливочного масла, 100 грамм сахарного песка, 130 грамм муки, 30 грамм какао-порошка, 80 миллилитров молока и чайная ложка разрыхлителя теста. Нам необходимо взбить яйца и сахарный песок. Взбиваем 3-4 минуты с помощью миксера. В получившуюся массу добавляем молоко. Просто перемешиваем. И добавляем мягкое сливочное масло. Добавляем масло, порезанное небольшими кусочками. Взбиваем еще раз всю смесь миксером. В эту смесь добавляем какао, муку и чайную ложку разрыхлителя. Разрыхлитель практически без горки. Вмешиваем уже все лопаточкой в одном направлении, снизу вверх, как бисквитное тесто. Размешиваем, чтобы не было комков. Вот такая смесь должна получиться, достаточно жидкая, похожа на сметану. Будем выпекать. Включаем мультипекарь и ждем, когда загорится зеленый индикатор. Мультипекарь нагрелся. Панельки ничем не смазываем, масла достаточно в тесте. Выкладываем тесто. Примерно по 1,5 столовые ложки. Закрываем. Вафли выпекаем 5 минут. У меня прошло 5 минут. Вот такие они получились. Вот такие шоколадные вафли получаются. Их выходит 6 штучек, то есть 3 полные порции. Подавать лучше с растопленным шоколадом или сгущенным молоком. Вот так вафли выглядят в разрезе. Достаточно пышные и очень вкусные. В горячем виде очень напоминают брауни и отлично сочетаются с холодным мороженым. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии, а также за подписку. Приятного чаепития и до новых встреч!